Доброе утро. Я президент Пермской ассоциации кулинаров Плакина Лариса Викторовна. И сегодня мы приготовим шоколадные кексы, которые занимают всего 10 минут. Для приготовления нам потребуется мука, молоко, сахар, хорошего качества какао, растительное масло, яйцо. Для того, чтобы кексы получились пышными и воздушными, обязательно просеивайте муку. Мы просеяли муку, мы добавили туда какао. Добавляю еще раз, какао должно быть хорошего качества, как минимум 75% какао масла. Затем мы добавляем сахар. Можно добавить щепотку соли, если кто любит. Разбиваем яйцо, молоко, масло и быстро замешиваем однородное тесто. Тесто должно получиться по консистенции растопленного шоколада. Венчиком начинаем взбивать, размешивая до однородного состояния. Вот такая консистенция у нас получилась. Сейчас мы разольем по чашкам. Наливать будем на 1/3. И на 3 минутки мы ставим в микроволновку на мощности 800 Вт, для того, чтобы наши замечательные кексы приготовились. Так, ну посмотрим, что у нас получилось. Ой, какие получились блинчики. Сейчас мы попробуем их аккуратненько достать и накормить своих близких. Так, сейчас попробуем достать. Ага, вот, аккуратненько. Немножечко, конечно, у нас получилась смешная форма, но я думаю, наши близкие нас простят. А если мы еще припудрим сахарной пудрой, а может быть еще каким-то жидким творожком украсим, это будет замечательный утренний завтрак или десерт к чаю или кофе. Приятного аппетита!